Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится с 14 по 21 ноября. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете Koenigsegg CCJT, а за прохождение на 80% Porsche 917. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Aston Martin 17 года, а за прохождение на 80% Porsche 718. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня опытный в спринт-кроссе в холмах Белой Лошади вы получаете BMW M5 Forza Edition. За первое место против драйватаров уровня опытный в весеннем чемпионате сообщества вы получаете Ford Mustang S5. За первое место против драйватаров уровня опытный в уличной гонке Эдинбургский Стокбридж вы получаете Chevrolet Chevelle 67 года. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном спринте в Лейкерском лесу вы получаете Porsche 906. И за первое место в чемпионате весенних игр вы получаете Mini Countryman. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новые сезонные выходки. Первая выходка называется «Серповидная улица». Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 171 км в час. Участок достаточно простой, поэтому подойдет практически любой автомобиль. Ну а я прошел это испытание на Bugatti Diva. Следующая выходка называется «Кумб». Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 332 км в час. Здесь подойдет автомобиль с большой максимальной скоростью. Я прошел эту выходку на Ferrari F12 TDF. Последняя выходка называется «Амбалцайский обрыв». Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 320 метров. Ну а здесь вам понадобится максимально быстрый автомобиль. Я прошел эту выходку на Apollo Intensa. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Король монстров». Для его выполнения вам понадобится Nissan GT-R 17 года. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Проверено трассой». Для его выполнения вам понадобится заезд шоссейной серии «Голиаф». Но потребуется от вас выиграть этот заезд. Следующее испытание называется «Эффектные заносы». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику «Нежное касание» 3 раза. Чтобы выполнить эту технику, вам необходимо в дрифте немного коснуться стены. Последнее испытание называется «Обостренные чувства». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать технику «Сорвиголова» 3 раза. Для выполнения этой техники вам необходимо продемонстрировать технику «На грани фола» несколько раз подряд. Говоря простым языком, вам необходимо пролетать рядом с проезжающими автомобилями. С испытаниями все, теперь я расскажу вам о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарный синий мотошлем и легендарные синие мотоботинки, а также легендарную Ferrari SPA 330 за 1000 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это Ford GT 40 MK за 1000 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!